Здали Сирського. Здає Україну. Виконує накази Єрмака. Повернення Залужного. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Купинское направление. Тут довольно высокая активность, и враг пытается... Кстати, мы остановили ее на выступе вот в районе Песчаного, там, где вот я вам говорил, что один километр остался до реки Оскол. Мы остановили там врага, и там мы проводим стабилизационные мероприятия, пытаемся нарастить нашу оборону и не допустить дальнейшего продвижения врага. Что делает враг? Правильно, по своей тактике он пытается найти другие места, слабые места в нашей обороне. Поэтому на Купинском направлении атаки разошлись почти по всей линии фронта в рамках оперативного направления. 18 атак было предпринято рашистскими захватчиками за прошедшие сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки. К сожалению, врагу удалось выдавить наши войска с нескольких позиций в районе Стельмаховки. И населенный пункт Стельмаховка полностью перешел под контроль рашистских войск. Но они пытаются теперь выровнять линию фронта. И вот этот в районе Боровой, видите на карте, да? В районе Боровой плацдарм, который выступ, который образовался, вот они теперь пытаются нас поддавливать, дабы его срезать, этот выступ. Но это обычная тактика рашистских войск. Посмотрим, как это им удастся. Ну, а наши войска стараются ее удерживать, максимально удерживать, и будем держать столько, сколько сможем. Так что Стельмаховка перешла под контроль врага, а остальные атаки не увенчались успехом. И линия фронта на Купинском направлении на остальных участках осталась без изменения. Лиманское направление. Тут тоже высокая боевая активность сохраняется, и враг бьется, Аки Горлица бьется в бетонную стену нашей обороны. 19 штурмов было предпринято наших позиций на всей линии фронта. То же самое здесь на Лиманском направлении. Враг атакует от края до края. И Макеевка, Грековка, Вишневая, Нововодянова, Торская, Невская, Новосадова, Деброва. То есть вся линия фронта подвергается атакам со стороны рашистских оккупантов. Но наши войска, здесь стойкость обороны на Лиманском направлении довольно высокая. И поэтому, сколько бы попыток враг не предпринимал, успеха он не добился. Также и в эти сутки линия фронта на Лиманском направлении, несмотря на 19 атак, остается без изменений. Сиверское направление. Здесь боевая активность остается довольно низкой. Там же она, ну, они немножко поменяли, теперь в районе Ивана Дарьевки и Спорного они пытались атаковать наши позиции. По одной атаке осуществили в каждом в районе из этих двух населенных пунктов. Вот, так что всего две атаки было предпринято на всем оперативном направлении. На остальных участках были перестрелки, позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. А в основном боевая активность на сирском направлении, ну, можно сказать, одна из низких среди других оперативных направлений. С ним может бы посоревноваться разве что Ореховское и Гуляй-Польское направление. Там тоже боевая активность вражеских войск очень-очень низкая. Краматорское направление. Тоже враг снизил количество атакующих действий все 4 раза. Причем расширил свою географию атакующих действий, но снизил количество самих атак. Итого Калиновка, Часовьяр, Ступочки и Белая гора. 4 населенных пункта, 4 участка линии фронта, 4 атаки за все прошедшие сутки. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Все атаки были отбиты нашими войсками, и линия фронта на Краматорском направлении остается без изменений. Торецкое направление. Тут враг активно применял авиацию. Совершил 12 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки и Делиевки. Но Торецких больше всего интересует Торецк. Они закидывают город кабами. К сожалению, они прорвались к шахте.
в район шахты. Шахта находится практически в середине Торецка. И наши войска сегодня предпринимают попытки выбить их оттуда, срезать вот эту клешню, которую они протянули туда в направлении шахты. Ну, посмотрим, как это удастся нашим войскам. В любом случае, противник несет колоссальные потери. Именно поэтому они на Торецком направлении применяют, они постоянно вызывают авиацию. Постоянно, чтобы авиация сбрасывала кабы на Торецк и равняла город с землей. Вот таким способом они пытаются отбиться от контратак наших войск в середине самого города Торецк. А так, по периметру города мы удерживаем свои позиции. В районе Нелиповки мы удерживаем свои позиции. Ну, а Делиевка или Железная, там, в зависимости от, или Нью-Йорк, где враг пытается, они постоянно меняют свое направление ударов, пытаясь найти слабое место в нашей обороне. Безуспешно. Ни одна из 12 атак не увенчалась успехом. То есть линия фронта, она более-менее сохраняется и не двигается ни в одном направлении. В городе она более динамичная, но тем не менее сохраняется примерно плюс-минус на тех позициях, которые показаны на карте. Ну, в частности, я всегда опираюсь на карту Deep State, поэтому можете открывать ее и смотреть. Далее, Покровское направление. Тут довольно высокая боевая, выросла боевая активность. 37 штурмовых действий было предпринято российскими войсками на этом оперативном направлении. И агрессор атаковал в сторону Сухой Балки, в районе Новоторецкая, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова и Лысовки. Ну, а я скажу так, что Селидово они уперлись, и даже сейчас они больше севернее пытаются продвигаться, вот в районе Лысовки они пытаются на Мирноград прорваться, через продавить нашу оборону. В Селидово у них успехов нет. И все попытки их там, ну, там есть две такие клешни выдвигаются, они далеко, как я вам вчера говорил, они далеко от самого Селидова, а все, что они пытаются там на флангах продавить нашу оборону, здесь мы отсекаем любые попытки, и враг, неся потери, возвращается на исходные рубежи. То есть никакой возможности обойти Селидово с флангов на сегодняшний день впритык, как вот это было в Угледаре, когда они, прорвав фланги, фактически охватили город с трех сторон. Здесь в Селидово у них не получается. Оборона организована, фронт держится, и поэтому враг бьется об бетонную стену Аки Горлица. Далее Кураховское направление. Тут силы обороны отразили 40 атак, наибольшее количество атак. Кстати, если 40 и 37, 77 атак, это примерно половина всего того, что было за сутки на всем протяженности линии фронта. То есть на 1200 километров 172 атаки, из них 77 атак на Покровском, Кураховском направлении. То есть, ну, будем так говорить, на Покровском. Там можно вместе с Кураховским их как бы объединить. Но Генштаб рассматривает их как два отдельных направления. Мы будем делать то же самое. Поэтому Кураховское направление рекордсмен по количеству атак со стороны российских оккупационных войск. 40 атак за сутки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Екатериновка, Антоновка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукуринова, Новоселидовки, Горняка, Максимилиановки, Георгиевки, Константиновки, Кураховки, Измайловки, Острова, Курахова и Водянова. Ну, то есть, фактически, вот вся линия фронта на Кураховском оперативном направлении, это была сплошная линия боевого соприкосновения или боевого столкновения. То есть по всей линии фронта велись наступательные действия, и враг пытался продавить нашу оборону. К сожалению, на отдельных участках враг добился определенных успехов, хоть и незначительных. Желание первое, населенный пункт, перешел под контроль российских войск, и враг немного продвинулся в районе Максимилиановки. Ну, они пытаются вот выдавить нас с этого плацдарма, то что я говорю. Кстати, это
Почему опять переброска или изменение направления вектора основных усилий или вектора главного удара на этом оперативном направлении? Они не прут теперь с южного фланга на Селидово, они не идут в направлении Курахова, они сейчас пытаются выдавить наши войска с Невельска, в районі вот этого плацдарма, в районі Невельська. Генерал-полковник Сирський очолив оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був одним з командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Тепер керує східним угрупуванням військ, яке веде бої на найгарячіших ділянках фронту Сходу України. Ми зустрічаємось з ним у секретному місті поряд зі спеціальним командирським автомобілем, на якому він відвідує своїх вояків та стежить за динамікою боїв. Зверху на авто стоїть потужний кулемет. А всередині великий екран показує кілька відеотрансляцій з поля бою. Ми бачимо на екрані порізані снарядами землі навколо Бахмута, де українці намагаються йти у наступ. Я запитую в генерала, чи хоче він відвоювати місто. Сирський усміхається і каже: «Так, звісно, намагаюся». Але навіть він визнає, що довгоочікуваний наступ України йде повільніше, ніж очікувалося. «Ми хотіли б отримати швидкі результати», – пояснює генерал. «Але це практично неможливо». За його словами, Росія міцно окопалася, збудувала оборонні споруди та замінувала територію. Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б. Але, на думку Сирського, Україна має одну очевидну перевагу – єдність військового керівництва та довіра солдат. Одне до одного є сильною стороною нашої армії. Це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, здається, страждає від внутрішніх чвар, а старших офіцерів усувають від командування. Також телеграм-канал «Топор в державі» повідомляє, що сам Сирський сказав, що Єрмак ставить палки в колеса Збройним силам. Генерал Сирський користується величезною повагою в армії. Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Він спить лише 4,5 години на добу. Єдина релаксація – це щоденні заняття у тренажерному залі. 3 сценарії контрнаступу. Що кажуть експерти та солдати? На передовій Україна заявляє, що відбила близько 30 квадратних кілометрів території на південь та північ від Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила нам, що росіяни скоро опиняться у пастці. Але російська артилерія продовжує бити по українських позиціях лише за 3 кілометри від міста. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!